Диспансеризация – это комплекс мероприятий, который направлен на выявление неинфекционных заболеваний хронических и выявление факторов риска. Мы знаем, что факторы риска могут привести к дальнейшей инвалидизации и, естественно, к смертности, повышению процента смертности населения. Вот с этим мы сегодня и боремся. Мы вам представляем наш кабинет, который, в принципе, минимизирован для прохождения диспансеризации. Мы вошли также в пилотный проект «Бережливое здравоохранение» сегодняшнего дня, поэтому этот кабинет будет показательным для всех. Что здесь происходит? Мы знаем, что диспансеризацию нужно пройти раз в 3 года. Население у нас уже информировано. Если раньше это было 3-5 человек максимум в сутки, то теперь у нас минимум 30-40 человек люди идут. Люди знают, что нужно бороться за свое здоровье. Приходя к нам в поликлинику, они обращаются на первый стол. Здесь они пишут информированное согласие на то, что они согласны сдать анализы и не имеют никаких претензий. В дальнейшем они проходят у нас антропометрию, заполняют анкеты, осмотр терапевта, скрининг обследования. Это бесконтактное измерение глазного давления в этом же кабинете, определение экспресс-методом уровня глюкозы, определение экспресс-методом общего холестерина, кардиограмма. Мы привлекаем все население для прохождения диспансеризации. Мы за здоровый образ жизни и для выявления каких-то факторов риска и заболеваний, в общем-то, у нас все есть. Если выявляется какое-то заболевание, мы направляем на второй этап диспансеризации. Это уже осмотр узких специалистов и обследование. У нас точно так же все в нашей больнице есть. У нас замечательное эндоскопическое отделение, которое делает и фиброгастроскопию, и колоноскопию. У нас замечательная лаборатория, делает практически все анализы. Мы, в общем-то, практически не обращаемся за помощью к другим организациям медицинским.